В городском хозяйстве много предприятий коммунальных. Каждое из них, конечно, важное, значимое. Каждый выполняет свою функцию. Одни обеспечивают теплом, другие обеспечивают жизнедеятельность, там, чистые дворы, уборку. Третьи обеспечивают порядок и так далее. Но я думаю, что для всех нас это самое любимое предприятие – это наш МТМ, наш канал. Потому что это, кроме всего прочего, информация. Это доброе отношение к нашим горожанам. Это прямые трансляции сессий. Это все информационное поле нашего города Запорожья. Поэтому я сегодня хочу телеканалу пожелать, естественно, процветания. Естественно, побольше денег. Это от нас тоже зависит, от депутатов. Я думаю, мы это сделаем. Естественно, новых, красивых, интересных передач. Новых, правильных, добрых и, желательно, положительных информационных поводов. Это всего самого лучшего, что может пожелать депутат городского совета, житель города Запорожья, нашему прекрасному телеканалу, всем его сотрудникам и, конечно же, директору Людмиле Маринюк. Спасибо за ваш труд. Вы лучшие. С праздником вас! Запорожский муниципальный телеканал. Нам 10 лет.